Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. В общем, мы с вами будем сейчас заниматься обрезкой яблони нашей. Вот наша яблоня. Обрежем сейчас лишние ветки, которые мешают развитию нашей яблони и большого урожая. В общем, сейчас мы с вами обрежем лишние веточки. Вот мы видим, сухая. Так, возьмем ее, обрежем сейчас. В общем, смажем варом. Так, лишние веточки нам надо будет обрезать все. Вот еще. Сейчас мы сделаем с вами вар и смажем. В общем, так, ну вот у нас вот эта часть, вот у нас пошла болезнь, сохнет. Я дачу приобрел в этом году, до этого были у меня две дачи. В общем, тут марафет надо еще наводить с ветками. В общем, ее надо будет обрезать для того, чтобы и солнце попадало, лучше крона распустилась у нас, чтобы солнечные лучи попадали, и в общем, чтобы у нас больше урожая было, так как нам не надо, чтобы яблоня у нас росла в небо. Поэтому нам высокие деревья с вами не нужны. Мы эту часть обрежем, и будет у нас все отлично. Видно сразу, что за садом здесь никто не ухаживал. В общем, эту часть мы с вами обрежем. Сейчас покажу, чтобы лучше было видно. В общем, пишите комментарии, подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Всем удачи, всем пока.